Ольга Родионова приехала в Курскую область в 2020 году. В январе 2021 возглавила региональный комитет финансов, а уже в марте заняла должность заместителя губернатора. Коллеги и журналисты отзывались о ней как о крепком профессионале своего дела. Высокую оценку ее работе на благо курян дал и Роман Старовойт. Ольга Николаевна – высококлассный и грамотный специалист. За время своей работы она многое сделала для укрепления финансовой стабильности Курской области. Несмотря на сложные времена пандемии и беспрецедентное экономическое давление на Россию, вывела наш регион на передовые финансово-экономические позиции в стране.